10 поразительных фактов о котах, которые вы не знали. Если любишь кошек, то поставь этому видео лайк и подпишись на канал. Факт номер один. Считается, что кошачья мята оказывает на кошек эффект, аналогичный ЛСД или марихуане. Факт номер два. Согласно исследованию Benfield Pet Hospital, средняя продолжительность жизни кошек увеличилась на год за период с 2002 по 2012 год. Факт номер три. Кошки-самцы чаще бывают леволапыми, а кошки-самки – праволапыми. Факт номер 4. Хотя кошки могут замечать быстрые движения своей добычи, им часто кажется, что медленно движущиеся объекты на самом деле стоят на месте. Факт номер 5. Процесс ухода за вашей кошкой стимулирует приток крови к ее коже, регулирует температуру ее тела и помогает ей расслабиться. Факт номер 6. Виноград и изюм, а также лук, чеснок и зеленый лук – крайне вредные продукты для кошек. Виноград и изюм могут вызвать почечную недостаточность, хотя причина этого не ясна. Между тем, лук, чеснок и зеленый лук наносят ущерб желудочно-кишечному тракту вашей кошки и могут вызвать анемию. Факт номер 7. По данным The Huffington Post, кошки обычно спят от 12 до 16 часов в сутки. Факт номер 8. Кот с хвостом в форме вопросительного знака спрашивает: «Хочешь поиграть?» Факт номер 9. Некоторые кошки владеют обеими лапами, но 40% либо лево, либо праволапые. Факт номер 10. Когда кошки бьют вас втянутыми когтями, они играют, а не атакуют. Знаете интересный факт про кошек? Напишите. Лучший опубликую в новых видео.